Застройщики города приступили к расконсервации фонтанов. Уже начали разбирать конструкции, установленные на зимний период. В ближайшее время рабочие промоют чаши, прочистят трубопроводы и заборные решетки, смонтируют светильники. В округе у нас 15 фонтанов. Идет сейчас полностью подготовка всех фонтанов к ремонту и к запуску. По электрике очень много вопросов у нас. Параллельно Химдор пустил в ход уборочную артиллерию на самые грязные участки дорожной инфраструктуры. Моющая техника проходит по остановочным павильонам. Водой с примесью омывающих средств рабочие смывают со стен грязь, рекламные плакаты и граффити. А уже чистые остановочные пункты покрывают свежей краской. Не отстают от уборочной кампании и крупные объекты. С торговых центров коммунальщики счищают грязь, накопившуюся за год. Разводов не остается, уверяют коммунальщики. Мы не используем никогда химреактив. При мойке фасадов это используется, опять же, система Керхер. После того, как мы наносим размывку производить с водой, мы используем склизы и изгоны воды с фасада, поэтому их никогда не увидите. Не оставляют без внимания и многоквартирные дома. Там, где это необходимо, коммунальщики ремонтируют фасады зданий, входные группы и подъезды. В округе продолжается программа «Мой подъезд», в рамках которой жильцы сами выбирают будущий цвет стен в доме. В 2021 году таким образом их будет отремонтировано более 400.